Ребят, тут такое обнаружилось. Лерчик-то у нас сыкло. Вот, смотрите, детский уголок, понимаете, да? Вот она даже здесь боится, мать. Я боюсь за ребенка, потому что мне кажется, что ей страшно. Ну давай, тебе слабо катнуться? 1000 рублей даю. Не, Надя. Две. Нет, да не хочу. Пять. Нет, отстань. Вот смотрите, вот она, вот такое вот дикое вот сыкло. Да. Понимаете, вот на этом розовом банане и то слабо. Иди сама на этот банан. С тобой, пожалуйста. Нет. Си, мне кажется, это для малышей, да? Скучновато? Это вот для тети Леры как раз подошло бы, мне кажется, да, Сим? Вот такие надо. Тетя Лера, для тебя как раз. Да. Вот такие надо. Спокойно, мать. Вот такие. Да. На этом можно ездить. Улиточки здесь. Вы поняли, да? Я-то как бы чую, а мне некуда с таким брюхом-то. Тетя Лера, на такую-то можно, да? На такую можно, да. Все, ладно. Серафим, Маш, пока! Пока! Не страшно тебе? Не страшно, Лерчик? Нет, вот на этом ладно, нормально. Хорошо. Да. Ну ладно.